Уступил ли Путин обществу? Думаю, что да. Понижение возраста, что ли, это не уступка? Понятия не имею. Не знаю даже. Не знаю. Президенту виднее. Ну, не знаю, я как бы нормально смотрела, полностью смотрела выступление. Я думаю, что это вот личное его мнение такое. Еще. Вот это я тоже не понимаю этого поступка, зачем он это сделал, если честно. Он ранее обещал же не повышать возраст. Молодец. Снизил то, что было предложено Госдумой. Почему бы и нет? Хотя бы так. Если посмотреть на Европу, то в Европе на самом деле возраст гораздо выше, чем в России. Ну, мне кажется, это, наверное, такая игра в шахматы в плане того, что сначала увеличили пенсионный возраст, а потом как бы такой добродетель сделал обратную систему. Я думаю, что все-таки общественное мнение имело место быть. А выдвигают шумиху на тему чего-то катастрофичного, да. И на фоне этого реальный законопроект выглядит, ну, как бы уже ничего, уже терпимо. Поэтому я думаю, что, скорее всего, все это было заранее спрогнозировано. В обществе пошло мнение, что неправильно все это сделано, пошло повышение пенсионного возраста. Поэтому потихоньку и доходит до наших руководителей, что нужно решать это все другим способом и сделать поменьше уровень, чтобы на пенсию выходить когда. Я по поводу этого вообще не парюсь. Поэтому мне все равно. Хочешь подлизаться к обществу, я так понимаю. Это уже под давлением. Но давление маленькое оказалось, поэтому.